Поликлиника Новоульяновска совсем скоро откроет двери для своих пациентов. В полностью обновленном медицинском учреждении завершаются ремонтные работы. Остается завести оборудование и мебель и приступить к работе. Ремонта сотрудники поликлиники ждали долгие годы. Больница 61-го года постройки не видела таких грандиозных ремонтных работ. Вот, в плане ремонта в поликлинике были заменена кровля, все инженерные сети. Ну, соответственно, более удобно все под новый формат поликлиники было исполнено. Новшеств в поликлинике действительно много. Новый удобный пандус, открытая регистратура, собственные водонагреватели, хорошая вентиляционная система. На ремонт было выделено 14,5 миллиона рублей. Для 19 тысяч пациентов будет установлено и современное оборудование, УЗИ и ЭКГ-аппараты. Заложено много сил, много труда, много ответственности было со стороны организаторов и нашего руководителя. Поэтому, думаю, всем понравится, все будет замечательно. Уже разработана дорожная карта по ремонту других корпусов учреждения. В планах ремонт терапевтического отделения в здании больницы. Но сотрудники просят в первую очередь уделить внимание корпусу хирургии. Кристина Жакот, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.